Красноярские хоккеисты «Енисей» разгромили команду «Динамо» из Казани со счетом 10-1. Наши игроки забили уже на 4-й минуте, а дальше только наращивали свое преимущество. Больше всех отличился Алмаз Миргазов, который записал на свой счет 3 гола. Гости смогли забить так называемый гол престижа лишь на 40-й минуте. Команды находятся в разных полюсах турнирной таблицы, однако для «Енисея» эта игра стала хорошей разминкой перед следующим матчем с уральским «Трубником». Эта встреча состоится 14 февраля в Первоуральске. 10-1 становится. Болельщики нас гонят вперед, и тренерский штаб мотивирует, да, чтобы мы не расслаблялись, чтобы постоянно держали себя в тонусе, на хороших скоростях играли. Постарались во втором тайме это сделать, создали много таких интересных моментов. Но я говорю еще раз, что соперник играл в обороне, играли плотно очень. Так что главное, что выиграли